Всем привет! Это канал Вкуснов, меня зовут Алексей, и сегодня я продолжаю рубрику «Блюда в микроволновке» и буду готовить картофельные чипсы. Я не буду говорить, что домашние чипсы полезны, но во всяком случае они не настолько вредны, как магазинные чипсы с эмульгаторами. Первым делом мне нужно нашинковать картошку. Можно, конечно, ее мелко нарезать, а можно использовать шинковку. У меня есть вот такая штука, я не знаю, честно говоря, что это такое, но похоже на шинковку. Если вы точно знаете, что это, напишите мне в комментариях. Я попробую нашинковать вот этой штукой. Но вроде бы шинкует. Картофель должен быть слоем примерно где-то 1-1.5 мм. Теперь мне нужно убрать с нее крахмал. Я всыпаю ее сюда, набираю воду и промываю. Видите, водичка становится такой мутной, крахмал выделяется в воду. Теперь я воду сливаю и еще раз промываю картофель. Теперь я беру чистую тканевую салфетку, можно использовать бумажные полотенца. И картошечку выкладываю, для того, чтобы ее просушить. Можете смело использовать тканевое полотенечко, потому что крахмал легко отстирается. Ничего страшного с ним не произойдет. Теперь картофель накрываю и вот так вот его промакиваю. Теперь картофель складываю в сухую посудину. Добавляю сюда капельку растительного масла. Немножко. И перемешиваю. А там посмотрим, может быть, масло можно еще добавить. Нет, больше масла я не кладу. Вот так. Этого достаточно. После того, как я перемешал картошку с маслом, я ее солю. Солите по вкусу. Но чипсы, по идее, должны быть достаточно такие солененькие. И добавляю приправ. Здесь все на ваш вкус. Я добавляю черный молотый перец. И добавляю острую молотую паприку. И все еще раз хорошо перемешиваю. Ну вот, равномерно все перемешалось. Идем дальше. Беру достаточно широкую тарелку. По форме тарелки кругленьким вырезаю пергамент. И теперь на пергамент выкладываю мою картошечку. Теперь вот эту всю красоту я ставлю в микроволновку. 800 ватт. От 3 до 5 минут. Но следите, чтобы они не сгорели, потому что напряжение в сети у всех разное, микроволновки разные, поэтому стоит приспособиться к своей. Вот такие красивые чипсики у меня получились. Они достаточно острые и соленые, отлично подойдут к пиву. И самое прекрасное в этой истории, что такие чипсы имеют вкус натурального картофеля. Вот это небольшое блюдце, это с одной загрузки в микроволновку. Ну, конечно, штуки 4 я съел, чтобы попробовать. Поэтому, если вы хотите приготовить чипсы на компанию, то мне кажется, лучше пользоваться духовкой. Если вы сами хотите побаловаться, ну, можно несколько загрузок сделать и будет вообще супер. Единственный момент, чем тоньше вы нашинкуете картошку, тем более хрустящие чипсы у вас получатся. Если вам понравился этот простой рецепт чипсов в микроволновке, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего новенького. Приятного вам аппетита и готовьте с любовью. Пока-пока.